нашему матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. На экране состав команды «Хозяев». Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Состав команды гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Матчу комментарий товарищи. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. На экране состав команды «Хозяев». Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Состав команды гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. На экране состав команды «Хозяев». Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Состав команды гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Игра началась, смотрим. Это аут. Навешивать надо. Отлично, оборона действует. Мяч перехвачен, плохо сыграно.